Мария Демидова, 22 года, родилась в Саратове, работает менеджером в психологическом центре. Во время учебы в университете играла в КВН. Жизненное кредо, что не делается, все к лучшему. Самое главное, что с течением проекта меняется само отношение к профессии телерепортера. С удовольствием набираюсь опыта, вникаю в нюансы и очень интересно, что же будет дальше. Для реализации третьего задания возникли проблемы с поиском героя для интервью, но все состоялось. Гость оказался очень интересным, творческим и отзывчивым человеком, за что я ему очень благодарна. Главным соперником считаю свою неопытность и неуверенность в себе, так как здесь идет борьба не с участниками конкурса, а борьба с самим собой. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». А я напоминаю, что у нас в гостях был. И поклон сделали еще. Конец. Был. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера. А полные версии работ наших участников вы можете увидеть в группах РЕН-ТВ Саратов во всех популярных социальных сетях.